Ребят, полным ходом идет подготовка к соревнованиям, а у нас еще есть двое желающих сдать экзамен. Я знаю, что есть еще двое, но они пока еще не подошли, поэтому Алена и Астемир только у нас сегодня сдающие, Ваня и Никита. Перемешайте им, пожалуйста, кубики. Сегодня экзамен я принимаю сам без Иннокентия Валерьевича. Энергетическая энергия энергосбыта нам сейчас понадобится. Кто будет ответственным за энергетическую энергию энергосбыта? Давай. Костя, поделишься энергетической энергией? Можно обучить? Нет, пока. Это обязательный ритуал, да. Кто будет ответственным за энергетическую? Давай. Значит, по команде на старт кладешь руки, а вы по команде на старт должны положить кубики. Положить куда? На коленки или на стол, но сначала вы на них смотрите. Сначала на них смотрите. Да, по команде на старт ты кладешь руки на таймер, внимание, ничего не происходит, на марш вы начинаете собирать. А ты отпускаешь руки. На внимание берем? На внимание нет, не надо. Руки должны быть на коленках во время своего внимания. Готовы? На старт. Внимание, марш. Да, снимай, снимай. Миску. Это делается. У нас еще остаются двое желающих сдать экзамен, насколько я понимаю. Лимит 10, да? А? Лимит. Ну, в этой смене лимитов нет. Ну. Просто чтобы они узнали свой результат. Зрителей покажи. Марш. Потом кто-то включил. Да, я понял. Кто-то зацепил. Еще раз, ребята, аккуратнее здесь ходите, хорошо? Да, профессор. Здесь должна быть сильная блядь. 75. Мак, я тут уже загоза. О, смотри. Пару. Здесь 15. Убери. Костик. Да вон там он снимает. Какой результат? 7 минут 26 секунд. Тебе надо с ромашкой понять, что делать. Нет! Все. Я сейчас еще раз. Давай, с ромашками, если у тебя там сразу. Да, я знаю. Давай только на соревнованиях быстрее собираем, ладно? Блин, я себя не запорол все это раз. Никита. Все. На прощание, Коля, Кубик. Ну ладно, продолжаем подготовку к соревнованиям.